11 мая 2014 года состоялся референдум о самоопределении Донецкой Народной Республики. Тогда явка на избирательные участки превысила 85%. Подавляющее большинство граждан отдали свой голос в поддержку акта о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. Уже сегодня жители ДНР отмечают четвертую годовщину республики. Одним из эпицентров праздничных гуляний стал Донецкий городской парк культуры и отдыха имени Александра Щербакова. Здесь для жителей и гостей республики были организованы различные конкурсы, а для самых юных посетителей парка была подготовлена детская развлекательная программа. Праздничная программа «Сердце земли моей» пришлась по душе жителям Донецкой Народной Республики, которые в этот день отдыхают в парке Щербакова. Однако еще больше они ждут концертную программу с участием российских артистов и, конечно же, праздничный салют, которым завершится четвертый день рождения ДНР. Поздравляю всех с Днем Республики! Желаю счастья, здоровья и мирного неба над головой. Праздник этот нас радует. Вот. В этом году вообще бесподобное. 9 мая прошло очень хорошо. Ну, все хорошо, все прекрасно. Поздравляю вас с годовщиной, жителей республики. Желаю вам процветать, чтобы скорее закончилась война. Ну и чтобы мы жили в мире. Поздравляю всех с днем рождения республики, чтобы республика процветала и чтобы все было хорошо. Поздравляю весь Донецк с днем республики, с 11 мая. Что бы ты пожелал всем? Благополучия и конца войны. Стоит добавить, что указом главы ДНР Александра Захарченко в этот день на территории республики приостановлено действие комендантского часа, в связи с чем каждый желающий сможет насладиться ночным видом любимого города, прогуливаясь по родным улицам. Алина Черняева, Илья Летодиани, Новороссия ТВ.